Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. На площади Ленина прошла акция, в ходе которой все желающие смогли записаться на службу по контракту в части, расположенной на территории Восточного военного округа. Мы разъясняем гражданам особенности прохождения службы в тех или иных воинских частях. Те, кто желает проходить военную службу по контракту, могут пройти профессиональный психологический отбор и могут также заполнить анкеты и получить любую консультацию на тему прохождения военной службы по контракту. Здесь имеются представители различных воинских частей Забайкальского края. Воинские части находятся как в городе Чита, так и в окрестностях. Ну а также мы работаем по всему Восточному военному округу. Желающие проходить службу на Камчатке, на Сахалине, на Курильских островах, Владивосток. Любая точка Восточного военного округа, пожалуйста. Стоит отметить, что желающих записаться на службу по контракту было очень много. Причем пополнить ряды российской армии решили не только юноши. Тем более, что в Восточном военном округе служат девушки, которые нисколько не жалеют о том, что стали защитницами Родины. Служба нравится, вся жизнь связана с армией. Хотя образование параллельно получила, высшее педагогическое. Да не тяжело, ко всему можно привыкнуть, всему можно научиться. Когда ты все умеешь, то и не трудно. Все можно решить в рабочем порядке. В рамках акции прошел показ военной техники, как современной, так и времен Великой Отечественной войны. Что очень порадовало маленьких читинцев. Они с энтузиазмом покоряли БТРы и целились в неизвестных врагов из пушек. По площади выхаживали солдаты в форме времен Великой Отечественной войны. С удовольствием фотографировались со всеми, а военный оркестр играл музыку разных лет. Также в этот день были награждены офицеры Восточного военного округа за добросовестную службу и отвагу. Казалось, что время, события и люди слились для того, чтобы показать будущему поколению, что служба в армии – это не страшно, это престижно. Александра Леонтьева, Илья Татауров, специально для Забинфо.ру.